Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Михайлова Вероника, и я рада вас приветствовать на нашем еженедельном обзоре по ПАМ-счетам. Для начала давайте проверим звукозапись. Если вы меня хорошо видите и слышите, тогда, пожалуйста, плюсы в онлайн-чат. В случае, если вы не видите онлайн-чат, вам необходимо залогиниться в личном кабинете, либо создать личный кабинет на сайте компании. Пока вы даете обратную связь, я хочу вам сообщить о том, что май месяц лидирует по статистическим показателям. За прошедшую неделю, конец мая как раз-таки на нее и пришелся, объем инвестиций в ПАМ-сервис составил 3 миллиона 133 тысячи 734 доллара, а количество новых публичных ПАМов составило 184 ПАМ-счета. Итак, давайте переходить к нашим лидерам по росту, по потерям, по добавлению ПАМ-портфеля. Очень жду от вас плюсики в чат, пожалуйста, поторопитесь, чтобы мы с вами все успели. Итак, давайте с вами сначала рассмотрим статистику по объему инвестиций. Как я уже сказала, более 3 миллионов долларов за прошлую неделю было проинвестировано в ПАМ-сервис. И мы с вами видим, что май месяц превысил показатель мартовский показатель. Здравствуйте, Александр. Более 14 миллионов долларов за май было проинвестировано в ПАМ-сервис. Видим с вами, что 13 миллионов 124 тысячи 777 долларов – это второе место, март месяц. Хорошо, что касается количества новых публичных ПАМов, то за май месяц было создано 926 новых публичных ПАМ-счетов. Также месяц мая лидирует и в этой статистической таблице, на этой статистической диаграмме. Переходим с вами к лидерам роста за период. И первое место занимает ПАМ-счет VUON. 124,79% заработал для своих инвесторов ПАМ-управляющий за прошедшую неделю. ПАМ-счет SOAR 30 с лишним процентов и AB Kelly 28,54%. Переходим с вами сразу на сайт компании. И давайте посмотрим. Зайдем в рейтинг ПАМ-счетов и рассмотрим мониторинг как раз-таки первого места. Так. В 276 место ПАМ-счет занимает. Существует 9 месяцев 10 дней, агрессивность максимальная. 3200 долларов капитал управляющего, средства под управлением 4 с лишним тысячи долларов, и торговый результат уже даже превышает средства под управлением. Это та сумма средств, которую забрали инвесторы чистыми средствами, чистыми деньгами, то есть это прибыль, по сути, инвестиционная, за вычетом вознаграждения управляющему. 148% текущая доходность ПАМа. Видим с вами, что торговля действительно агрессивная, просадка 8 мая была колоссальная, до минус 48 с лишним процентов, затем управляющий начал из нее выходить точно такими же вот скачками, да, совсем недавно, вот буквально, да, 26 мая управляющий попал снова в просадку, но остался в плюсе, и на текущий момент превысил показатель 25 мая, на текущий момент 147,5% текущая доходность ПАМа. Хорошо, дальше давайте обратим внимание на условия инвестирования. От 30 до 50% многоуровневая оферта, выплата вознаграждения управляющему один раз в месяц, таков торговый интервал. График исполнения заявок полностью открыт, однако порог приема заявок составляет 30 минут. Это значит, что в случае, если вы хотите, чтобы заявка исполнилась, к примеру, в 18 часов, вам необходимо подать ее до 17:30. Сейчас, даже если мы подадим с вами заявку, в любом случае, хотя нет, подождите, да, с 16:30 до 17:30 заявки, которые подаются, будут исполнены в 18 часов по восточноевропейскому времени. Также у управляющего действует еще один счет, это VUAN, практически полгода существует, евровый, и доходность тоже положительная, как мы видим, это достаточно хорошо для управляющего, однако обратим внимание на архив. Ну вот архив, как обычно, расстраивает нас своими результатами, минус 99, минус 100%. Конечно же, это результат так себе. С 2015 года управляющий торгуют в системе PalmService. Ну и только вот две последние попытки, по сути, дают прибыль. Да? Возможно, стратегия изменилась, возможно, управляющий вообще, в принципе, сменил стратегию, да, а не корректировал предыдущую. Ну, в общем, суть в том, что агрессивность торговли максимальная, поэтому в случае, если вы имеете агрессивный риск-профиль, вам сюда. То есть, по сути, заработать на вот этих вот скачках доходности можно было достаточно хорошо. Если мы с вами посчитаем, давайте, давно мы с вами, кстати, не считали. Давайте с вами сейчас посчитаем доходность за период по этому плану, чтобы представление иметь. Так, у нас минус 48,5, минус 48, давайте округлим, минус 48% это доходность на начало периода. И вот, допустим, если бы мы с вами додержали хотя бы вот до этой точки, 102,96. Напоминаю, что можно посчитать через доходность, доходность за период, а можно посчитать через цену пая. Цена пая это доходность плюс 100 по сути, поэтому давайте через нее и посчитаем. Доходность плюс 100 в этом случае это 202,96. 202,96 минус доходность на начало периода. Получается у нас 48,15. Так, давайте сейчас попробуем. 100 минус 48,15. Доходность в итоге, цена пая на начало периода 51,85, так, 50,81,5, получается 202,96 доходность на конец периода, да, у нас, и на начало периода у нас 51,85, мы отнимаем от конечной точки начальную и делим с вами на начальную, то есть на 51,85 умножаем на 100. Вот за этот вот период управляющий заработал вот отсюда, вот до сюда, вот 291%. То есть, по сути, если бы вы вошли в данный памсчет на вот этой просадке 10 мая и вышли бы через, получается, 8 дней, через неделю, вы бы заработали около 300%. Ну и здесь чуть-чуть поменьше у нас уже будет, конечно же, а вот здесь примерно такая же как раз-таки доходность будет. Ну, в общем, можете самостоятельно уже посчитать. Суть в том, что зарабатывать вот на таких просадках можно, управляющий такую возможность предоставил. Хотя ничего вроде не предвещало беды, видите, до того момента, пока счет не просел, да, действительно были некоторые просадки, но они были достаточно незначительными. То есть предрекать вот такое вот падение спонтанное практически невозможно на самом деле. Хорошо, двигаемся дальше. Вкладка инвестиции. Максимальная сумма инвестиций на паме, ну, небольшая, можем не застрять на этом внимание, в принципе. Всего 5 инвестиционных счетов на текущий момент, включая, 6, включая инвестиционный счет управляющего. Хорошо, вкладка торговля. Давайте посмотрим максимальное ИКП. И напоминаю, что используемое кредитное плечо показывает степень риска превышения номинальной стоимости позиции, выведенной в рынок к средствам, которые на памсчете находятся в этот момент времени. И мы видим с вами 764, почти 765 единиц. То есть 30 мая текущего года управляющий вывел в рынок позицию в 765 раз превышающую средства на счете. Мы можем с вами даже посчитать, какая была номинальная стоимость позиции, так как у нас счет долларовый здесь получается, правильно же, долларовый, да? Долларовый. Хорошо, 700, давайте 765 единиц, и это у нас 30 мая. 765 единиц, смотрим доходность, не доходность, вернее, а инвестиции на 30 мая. 30 мая, 3500. 98,22 цента умножаем на 765. Позиция в рынке составила 2 миллиона 755 тысяч и 638 долларов, получается. Если разделить на 100 тысяч, чтобы понять, какое количество лотов, в случае, если это были только валютные пары, ну, примерно 27,5 лотов было выведено в рынок в тот момент. Получается, что управляющие достаточно сильно рискуют средствами инвесторов и своими собственными в том числе, судя по вот таким вот скачкам. Однако такие вот скачки доходности и использование кредитного плеча помогли ему вывести счет в прибыль, в принципе, поэтому здесь уже судить не о чем. Основные показатели у нас: фактор восстановления 0,45 единиц, пока еще управляющий не вышел из исторической просадки, ему необходимо будет все-таки отработать ту просадку, которая у него получилась. 8,7 практически процентов волатильность дневной доходности, это максимальная агрессивность, естественно, 5 молний. Максимальный дневной убыток обновлялся 10 мая, максимальная дневная прибыль 11 мая, то есть на следующий день. Что касается максимального относительного убытка, то мы здесь с вами видим, что он обновился 10 мая 2017 года, 86,74%, а максимальная относительная прибыль обновилась 26 мая, 857,92%. Двигаемся дальше. Заполнена декларация, видим с вами задекларированные значения, видим фактически, соблюдается всего лишь 6 дней, поэтому здесь судить пока нам не о чем, но декларируемые значения, в принципе, можно было бы их вообще не ставить, потому что 100% просадка максимальная, 100% дневная просадка, и так это понятно, да, это рынок Форекс, поэтому то, что здесь управляющий прописал, это описывает его стратегию, подтверждает, вернее, агрессивность его стратегии, не более того. Вкладка обсуждений для вашего общения с управляющим предназначена, так же, как и ветка на форуме. Не забывайте, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте их управляющему. Хорошо, мы двигаемся дальше. Следующая группа лидеров у нас — это лидеры по потерям. И первое место занимает памсчет Junior June. Хочу сказать, что этот памсчет из недели в неделю то в лидерах по росту, то в лидерах по потерям. Это еще один пример такой классический агрессивного счета. Виктория 315 минус 45 с лишним процентов, почти минус 46. И Ньюсени минус 33,75%. Следующая группа — это лидеры прироста инвестиционных счетов. Веселка-1 достаточно долго удерживала первое место в рейтинге, сейчас входит в десятку, немножечко ее подвинули, но все же. АВП 3 пятерки 262 счета добавилось к этому управляющему, и Happy USD 222 счета привлек за прошедшую неделю. Хорошо, давайте к веселке обратимся, посмотрим, как же управляющая на текущий момент справляется со своей торговой стратегией. Занимает 4-е место, вот искать ее в принципе и не надо так-то. Умеренная у нее агрессивность, год и 2 месяца существует, на памсчете более 413 тысяч долларов, торговый результат внушительный, 82 580 долларов, а текущая доходность 337,3%. Хорошо, доходность восходящая, что тут можно сказать, управляющая справляется со своей задачей по сути. Условия инвестирования очень простые, любая сумма, какую вы бы ни принесли, не имеет значения, 50% вознаграждения управляющая забирает от прибыли. Вознаграждение взимается раз в месяц в случае, если вы не выводите деньги из ПАМа. А в графике исполнения заявок, то есть это то время, в которое могут исполняться заявки на ввод и на вывод средств, 4 открытых часа: 10 утра, 2 часа дня, 6 вечера и 9 вечера по восточноевропейскому времени. Хорошо, двигаемся дальше. Другие памсчета, управляющие веселка, мы видим с вами, что их здесь достаточно много, их уже 6 штук, по большей части они положительную доходность имеют, один из счетов имеет отрицательную. Александр пишет, что не успеет. Чего вы не успеете, Александр, уточните, пожалуйста. Хорошо, значит, по этим счетам можете самостоятельно пройтись, посмотреть, какая там стратегия. Если вам какой-то из них приглянется, пожалуйста, можете проинвестировать. Далее двигаемся. Счета в архиве. В счетах в архиве мы видим с вами также достаточно много ПАМов закрытых с отрицательной доходностью. Крайний из них закрыт был в сентябре 2016 года с плюс 41%, полгода просуществовал, да? Вот, а остальные, к сожалению, нас не особо радуют. Ну, вот здесь однодневки счета были, которые закрылись с маленьким плюсом. Ну, об этом, я думаю, что не стоит нам долго разговаривать. Давайте лучше посмотрим на реальные данные, которые есть в данный момент. Инвестиции, вкладка. У меня нет месяца, пишет Александр. Торговый интервал, вы про это говорите, наверное, месяц, да? Торговый интервал предназначен для того, чтобы производились взаиморасчеты между инвестором и управляющим. Если вы имеете желание вывести деньги раньше месяца, вы можете это сделать хоть на следующий день. Вывод из ПАМ-счета минимум раз в сутки. И расчет ведется в таком случае, если у вас появилась прибыль, по факту с управляющим. Поэтому месяц ждать вам не надо. Хорошо, здесь у нас распределение средств. Видим, что чуть более $3000 это капитал управляющий. Максимальная сумма инвестиций превышает $21 000, следом $18 600 и так далее по нисходящей. Торговля, вкладка, давайте обратим сюда внимание. Торговля достаточно активная ведется, мы видим с вами, что управляющая редко, когда у нее бывают вот такие вот дни не торговые, представлены они в виде вот таких вот прочерков. Если мы видим вот такую вот свечку, это говорит о том, что управляющая открыла сделку и закрыла внутри дня. Остальные свечки говорят уже об открытии сделки, если она зеленая, и о закрытии, либо о частичном закрытии, если она красная, соответственно. Ниже график доходности показан, да, то, чтобы посмотреть, проследить, как идет доходность и при этом каким образом варьируются плечи кредитные. Максимальное кредитное плечо 57 с лишним единиц, соответствует, в принципе, уровню агрессивности. Что касается основных показателей, то фактор восстановления отличный, более 5 единиц, волатильность дневной доходности около 5%. Но меньше, да, еще пока. Максимальный дневной убыток еще в 2016 году зафиксирован на 19 с лишним %. Максимальная дневная прибыль 18.04 28,62%, ну и так далее. Максимальный относительный убыток, я хочу напомнить вам, что это значит. Это значит, сколько вы могли бы потерять с управляющей, если бы зашли на самой максимальной точке на графике и вышли бы на самой минимальной. Максимальная относительная прибыль, наоборот, сколько вы могли бы заработать с управляющей, если бы вошли на самом минимуме и вышли бы на самом максимуме. А мы двигаемся дальше. Декларации нет, обсуждение, вкладка всегда к вашим услугам. Пожалуйста, обратите на это внимание свое. И мы с вами возвращаемся к нашему файлу, к презентации. Следующая группа лидеров у нас, лидеры по добавлению в портфеле. Первое место занимает ПАМ-счет Кобальт, 38 раз был добавлен в портфеле, Веселка 1, 34 раза, Happy.USD 26 раз ПАМ-счет был добавлен в портфеле, АВП 3 пятерки 24 раза и Геммастер 21 раз. Давайте обратим внимание на Кобальт тоже. Кобальт тоже у нас был где-то, вот, пожалуйста, 11 место в первой двадцатке. Ну, что можно здесь сказать? Агрессивность максимальная, возраст год и 5 месяцев, $197 428, это средства управления. Торговый результат превышает $137 000. Ну, достаточно внушительно, на самом деле, управляющий заработал для своих инвесторов денег за почти 1,5 года. Около 800% текущая доходность. Видим с вами, что управляющие вот такие вот ступенечки прорисовываются на графике. Возможно, торгует робот, возможно, управляющий самостоятельно это делает. Так, но если мы ближе еще поднесем, мы увидим внутридневные просадки. Да? Вот чем чревата эта стратегия, что вот здесь, вот, к примеру, в один прекрасный момент может не хватить обеспечений для выведенной в рынок позиции, и колом все пойдет вниз. Однако управляющий год и 5 месяцев уже достаточно эффективно торгует и справляется с вот этими даже казусами, которые происходят периодически у него. Да? Вот здесь мы видим, здесь, да, просадочка, здесь. По условиям инвестирования, кстати, достаточно гуманно. Смотрите, чем, неважно, сколько вы принесете, 30% это тот процент, который взимает управляющий фиксированный, да, вознаграждение с вашей прибыли. Раз в месяц выплата вознаграждения управляющему, полностью открытый график исполнения заявок, порог приема 10 минут. Достаточно привлекательное условие, на самом деле, что касается, если объективного мнения, да. Однако, вот тот самый момент, когда хочется сказать «та-да-да-да», и посмотреть на счета в архиве. Ну, естественно, здесь большая часть их отрицательную доходность имеет, редко, когда мы видим положительные моменты здесь, к сожалению, да, ну, хотя, к сожалению, уже не к нашему, потому что счета были закрыты еще в 2015 году, в 2014 даже, вот, хотя подождите, в каком 2014, с 2011 года управляющий, сотрудничающий с компанией, потому что, вот, смотрите, первый ПАМ закрылся 12 декабря 2014 года, то есть, получается, 12 декабря 2011 года ПАМу было 3 года, и где-то в феврале 2011 года ПАМ был открыт, в принципе, вот этот вот, да, первый самый. Ну и дальше вы сами можете посмотреть, сколько существовали ПАМы, вот эти однодневки, ну, месячники такие, знаете, по 2 месяца, по месяцу, были закрыты с убытком, слава богу, не со стопроцентным. В любом случае, вот видим с вами доходность в 2015 году, в июле ПАМ-счет закрылся, через 3 месяца почти 30,5% заработал за все время, ну и так далее. Вот 95%, например, хорошая доходность, да, была, рублевый счет, кстати. Ну и последний счет в 2016 году, 8 июня был закрыт, через 4 месяца существования, тоже в феврале, получается, был открыт, 35 с лишним процентов рублевый счет. А остальные с минусом. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вкладка «Инвестиции». А почему архив такой плачевный, в отличие от статистики? А в отличие от какой статистики, Александр? Архив плачевный, потому что управляющий таким образом открывал счета и таким образом ими управлял, что в итоге у него на этих счетах получился минус. Там отображаются абсолютно все счета, которые когда-либо открывал управляющий и которые закрылись с убытком. Почему он такой плачевный? Ну, ввиду того, что, возможно, стратегия не подходила, управляющего закрывались сделки. Эти ПАМ-счета, видите, держатся гораздо дольше, соответственно, управляющий, наверное... Александр, вопрос ваш не понимаю, сейчас давайте сообразим вместе. Вот это актуальный ПАМ, который сейчас работает, который существует уже 1 год и 5 месяцев. Это счета закрытые, которые когда-то существовали. И вот здесь дата, когда они закрылись, да, время, сколько они существовали, и дата закрытия. По какой причине они закрылись? Ну, откройте график, посмотрите на этот ПАМ-счет. Что с ним произошло, что пошло у него не так, да? Вот торговал, вроде бы все хорошо, на пике доходности раз просадка, 2 просадка в минус, все, счет закрылся. В итоге закрылся по желанию управляющего, здесь по большей части. Поэтому, если вас интересует этот вопрос, пожалуйста, задайте вопрос этот управляющему, и наверняка управляющий вам на него каким-то образом, да, ответит. Но, по крайней мере, то, что мы сейчас с вами рассматриваем, его счета в архиве, там только 3 ПАМа, которые сработали в плюс за все время. Ну и плюс вот этот, конечно, да, тут ничего не скажешь, доходность хорошая на ПАМ-счете. Других ПАМ-счетов пока активных у него нет. Хорошо, инвестиции, максимальный объем инвестиций 214 730 долларов на ПАМе зафиксирован 30 мая, под конец весны решили, скажем так, инвесторы денег добавить в этот ПАМ. Вот этот график средств, по сути, включает в себя изменение средств в зависимости от доходности, плюс вводы и плюс выводы средств на этот ПАМ-счет. Да, вот, пожалуйста, график средств строится таким образом. Максимальная сумма инвестиций более 7 тысяч долларов, у управляющего около 4 на его инвестиционном счете хранится. Хорошо, во вкладке торговля обратим, давайте, внимание на используемое кредитное плечо. И вот в 2016 году еще, да, в августе месяце, ну да, вот 3 августа управляющий 91 единицу использовал, после этого видим с вами, что в принципе, ну, как бы управляющий использует средний кредитный плечо, хотя агрессивность у него уже максимальная после вот этого вот момента. Управляющий, смотрите, стратегия у него достаточно интересная на самом деле, и здесь необходимо с управляющим уже самостоятельно переговорить, задать ему вопросы, потому что некоторое время он не торгует, нет какой-то определенной логики, то есть, видимо, управляющий ждет сигналов с рынка. И вот, к примеру, сделка открылась, закрылась внутри дня, прошло время, еще одна сделка открылась, закрылась внутри дня, здесь сделку управляющий перенес, потом опять не торгал, потом открыл, опять перенес, закрыл и так далее. Да? Здесь уже необходимо про логику торговли уточнить у управляющего. Пожалуйста, Александр. Хорошо, показатели. Фактор восстановления хороший, около 6 единиц, волатильность более 7%, понятное дело, агрессивный ПАМ. Максимальный дневной убыток обновился еще в 2016 году, так же, как и максимальная дневная прибыль, и так же, как и максимальный относительный убыток. Ну а максимальная относительная прибыль обновлялась совсем недавно, 955,77% можно было заработать с управляющим, если бы вы зашли на самой минимальной точке на графике и вышли бы 2 июня из этого ПАМа. Вот тогда вот такую вот сумму заработали бы, проценты такие. Заполнена декларация, кстати, обратите внимание, соблюдается год и 5 месяцев, ну как бы здесь тоже, знаете, сложно промахнуться, я вот на такие декларации смотрю, здорово, конечно, что она заполнена, но тут на самом деле к бабке не ходи, минус 100% максимальная просадка, это и так понятно, что это возможно, да, то же самое максимальная дневная просадка, максимально используемое кредитное плечо, там, ну и максимально установленное кредитное плечо, оно такое и есть, 1 к 500 на всех памах. Ну, в общем, я больше предпочитаю заострять внимание на тех декларациях, у которых значения прописаны в соответствии с декларацией, они с максимально возможными просадками. Да? Вкладка обсуждения, ветка на форуме всегда к вашим услугам. Ну, в принципе, счет неплохой для инвестиций, если так подумать. Кобальт. Первое место. И следующая группа у нас лидеры по вводу средств в составе портфеля. Первое место А0 Hedge, второе Веселка, Кросс Курс, третье место Сфер, четвертое. Кстати, давно не было видно этого ПАМа Сфер, да, вот что-то на слуху, на самом деле мы с вами часто с ним встречались, по-моему, в прошлом году. И Happy.USD, мы с ним, о нем сегодня уже с вами говорили, об этом счете, занимает 5-е место. Хорошо, давайте А0 Hedge посмотрим, что к чему здесь в мониторинге. Для этого открываем с вами, вводим, вернее, название пам-счета в строке поиска. Ну и что мы видим с вами? 212 236 долларов, средства в управлении, торговый результат 47 129 долларов, текущая доходность превышает 650%, агрессивность средняя, год и 9 месяцев возраст существования. Ну, преимущественно здесь, в основном, да, восходящий график. Вот здесь как-то он в боковик ушел, непонятно, что управляющий пытается здесь сделать, возможно, что-то произошло с логикой его стратегии, но это уже для нас тайна. За полгода минус 1,9%, это так себе результат на самом деле. Хотя, возможно, управляющий в скором времени выйдет из просадки и покажет хороший результат, как он тоже не раз делал. Условия инвестирования: многоуровневая оферта, перед вами от 18 до 36%. Основной принцип ее заключается в том, что чем больше вы приносите, тем меньше платите. Допустим, вот от 100 долларов до 300 принесли, платите 32%, от 300 до 500 – 30% и так далее. Раз в месяц график исполнения заявок, но средства вы можете выводить хоть каждый день, и причем здесь вообще 24 часа открыто для вводов и выводов средств, порог приема заявок 1 минута. Внимание, управляющий китаец, вот видите, его ник на форуме. Соответственно, ему писать нужно на английском языке, ну желательно писать, ну либо Google переводчик вам в помощь, либо промпт, там уже сами определитесь. При этом ведет еще 3 счета параллельно с положительной доходностью, все счета, счета в архиве нас сейчас, наверное, удивят, как и в прошлый раз, ну да, ну хотя даже больше, наверное, удивят, так, раз, два, три, 4, 5 счетов минус 100%, это ж надо постараться как. Вот, причем 24 дня, 1 день, да, то есть, ну, счета однодневки, по сути, это и печально. Ни одного положительного ПАМа нет, кроме тех, которые действуют сейчас, да, уже на протяжении долгого времени. Сколько этот ПАМ у нас? Год и 9 месяцев. Ну, судите сами уже, управляющий с 15 года, ну, наверное, с 14-го, с конца 2014 года торгует в системе ПАМ-сервис, были неудачи, мы видим с вами, в принципе, что управляющий, по сути, свои средства слил, потому что за один день вряд ли кто-то присоединится к нему, 1000, да, долларов, 24 дня, ну, возможно, вот здесь были инвесторы, а может быть и нет, да, 4 дня, 5 дней, ну и так далее. Плачевная статистика, правильно Александр подметил, но при всем хочу заметить, что все меняется, правильно, и управляющий, если на текущий момент стратегию, свою волну поймал, сейчас может торговать качественно и хорошо, почему бы с ним не заработать. Да, это в любом случае ПАМ-сервис, это не банк, куда вы принесли под фиксированный процент, это скорее инструмент агрессивный с возможностью заработать достаточно много денег, в 1000 раз превышающие те, что вы можете заработать на процентах по вкладам. Хорошо, условия инвестирования мы уже просмотрели с вами, да, получается, что 18-36%, полностью открытый график. И давайте с вами перейдем к инвестициям, вкладке инвестиции. Топовая сумма средств на ПАМе у нас с вами 466 590 долларов и 52 цента. Достаточно внушительный результат у управляющего получился как раз-таки вот здесь вот на пике в марте месяце. По основным инвестиционным счетам максимальная сумма инвестиций у управляющего, хочу отметить, около 11 тысяч долларов. Следом идет инвестор с инвестиционным счетом на 9326 долларов и 41 цент. Окей, что еще важно для нас? Торговля, вкладка. Смотрим на торговлю, что мы видим здесь. Ну вот в начале при разгоне управляющий использовал плечо 91 с лишним %. Ну вот поэтому у него агрессивность средняя. А так по большей своей части управляющий в принципе достаточно спокойно торгует. Мы видим с вами маленькие кредитные плечи, которые управляющий использовал. По основным показателям все в порядке. Волатильность дневной доходности менее 5%, фактор восстановления 4.04, максимальный дневной убыток обновлен еще в 2015 году, 17 сентября, 11,61%. В 2016 году обновлялась дневная прибыль и относительный убыток. И вот, пожалуйста, в марте 2017 года обновилась максимальная относительная прибыль. Хорошо. Вкладка декларации. Ну вот здесь вот на самом деле побольше написано, и слава богу, хоть одну декларацию адекватную мы с вами сегодня увидели. Я имею в виду с описанием, да, хотя все в принципе неплохие, но когда описание торговой стратегии есть, это добавляет доверие к управляющему, ну и плюсов самому управляющему. Декларируемые значения, фактические значения, видим здесь, что не минус 100%, да, хотя бы прописаны какие-то адекватные цифры. Описание торговой стратегии, да, то есть вы это можете самостоятельно загнать уже в Google переводчик, да, посмотреть, что управляющий вообще пишет о себе. Хорошо, ветка на форуме, вот она, в конце каждой вкладки. Также вы можете обсудить PAM-счет на английском языке, либо на русском с переводчиком, да, что-то по PAM-счету, поговорить с инвесторами, задать вопрос управляющему, ну и так далее. Ну хорошо, все, в принципе, мы с вами закончили по основным ПАМам, по лидерам. Если есть вопросы, то самое время их задать, а пока я вам расскажу о том, что вас ожидает на текущей неделе. Завтра мы с вами встретимся на семинаре «Как стать управляющим ПАМ-счета». А, кстати, сегодня в 8 вечера будет проходить повтор сегодняшнего утреннего семинара «Секрет успешного инвестирования в ПАМ-счета». Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, приходите, послушайте, узнайте для себя что-то новое. Далее, во вторник. Как стать управляющим в 9:45 утра. Среда – это день ПАМ-портфеля как инструментов для диверсификации средств. Четверг – торговые условия, особенности. И в этот четверг я вас жду на онлайн-вебинаре «Важные аспекты…» Нет, подождите, как же важные аспекты? Это пятница. В четверг я вас жду на обзоре акций и спецпредложений компаний в 13:30 по московскому времени. Ну а в пятницу важные аспекты спецификации контрактов и маржинальных требований, мы с вами об них и поговорим. Александр задает вопрос: Вероника, как узнать, что у управы закрыты сделки или они перенесены? Во вкладке «Торговля» заходим, открываем и смотрим. Вот здесь у управляющего открывались сделки, видите, растет кредитное плечо. Когда сделку управляющий открывает, растет кредитное плечо. Когда закрывает частично либо полностью, оно, соответственно, падает и изображается в виде красной свечки. Когда управляющий не торговал, так здесь просто внутри дня было открыто. Сейчас давайте другой ПАМ возьмем, чтобы нагляднее показать. Давайте вот веселку и возьмем. Торговля. Ну вот, смотрите, получается вот здесь вот управляющий не торговал, используемое кредитное плечо максимальное нулевое, да, то есть никаких движений не было, если бы сделка открылась, соответственно, управляющего бы выросло в любом случае кредитное плечо, тем более если мы с вами видим, что это используемое кредитное плечо установленное, да, не 1 к 1, а 1 к 100 управляющего, соответственно, вот в такие вот дни управляющий вообще не торгует. Вот здесь вот управляющий, вот видите, свечка, просто свечка, открыл сделку и закрыл, потому что цена открытия, вернее, используемое кредитное плечо при открытии нулевое, при закрытии нулевое. Значит, он внутри дня использовал кредитное плечо, сделка была, в конце дня закрыл. Вот здесь, пожалуйста, он открыл сделку, зеленая свечка, да. На следующий день практически там же она открывается, с таким же кредитным плечом, значит, не добавлял никаких позиций. и закрывает в конце дня эту позицию. Здесь не торговал. Валерий следующий вопрос задает: как отбираются лучшие счета недели? Что вы имеете в виду как? У нас с вами 5 оснований. Первое основание как раз таки лидеры по росту, то есть у кого самая большая доходность была. Второй блок информации — это лидеры по падению, соответственно, кто больше всего денег за эту неделю проиграл. Третье основание — это куда больше всего инвестиционных счетов было добавлено. Четвертое основание — ПАМ-портфели. Получается, кто больше всего был добавлен в ПАМ-портфели и сколько раз. И пятое основание — куда больше внутри портфеля внесли средств, в какой из ПАМов. Вот, то есть получается, что 5 оснований так и выбираются. Лучшие счета недели, ну, вы говорите сейчас, если я правильно вас понимаю, о тех счетах, которые мы с вами обсуждали, да, за неделю, правильно же? Если да, поставьте плюс, либо напишите «да, все верно». Вот, по сути, по основаниям, которые мы с вами только что обсуждали. Значит, смотрите, вышел, кстати, обзор по маю месяцу. Сейчас я вам покажу. Инвестиции, раздел обзоры ПАМ-счетов. Заходим сюда. И, пожалуйста, вот лучшие ПАМ-счета в мае за месяц по популярности, по доходности. По популярности здесь находятся те ПАМы, куда больше всего инвестиционных счетов, где больше всего инвестиционных счетов было открыто. И вот, пожалуйста, 3 самых популярных счета, куда инвестировали за последний месяц инвесторы. Ну и по доходности, да, мы с вами видим, кто больше всего заработал за прошедший месяц по доходности. 2 Happy USD с разницей в точке, да, вот здесь точки нет, здесь точка есть. И Bali / Conservative. Вот таким вот образом. В случае, если у вас какие-то вопросы возникнут по окончании вебинара, вы можете зайти на страницу об авторе, и вот здесь, пожалуйста, veronika.mikhailova@investorakademy.ru, и задать все волнующие вас вопросы. Так, ну а на текущий момент, в принципе, мы с вами закончили. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Хочу поблагодарить вас за внимание, пожелать вам успешной рабочей недели, хороших профитов и всего самого доброго. До свидания.